Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда Барон, и перед просмотром данного видеоролика я хочу сказать сразу, то что победитель с предыдущего видеоролика у меня будет в ТГ-канале, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Решили делать так, потому что ролики надо выкладывать, а пока не подведу победителя, не могу смонтировать нормально новый видеоролик. Именно поэтому все победители будут там, поэтому заходи, смотри, и если ты выиграл, пиши мне. В этом видеоролике откроем ларцы кастомных аксессуаров и постараемся выбить суперкирку. Насколько я слышал, выпадают они достаточно часто, именно поэтому я решил себе приобрести их и постараться открыть. Но если именно ты хочешь выиграть 50 миллионов, то обязательно ставь лайк данному видеоролику, пиши любой комментарий от 4 слов на тему видеоролика и подписывайся на канал. Да, кстати, я играю на Arizona Roleplay Java, это 25 сервер. Здесь есть реферал у меня Барон Корон и промокод Решетка Барон, при вводе которого вы получите лично от меня 8 миллионов. Желаю всем приятного просмотра. Погнали! Давайте, ребята, ну, слушай, теперь можно и как бы пооткрывать нормально. Вот таких у нас получается почти 900 штук, но в случае выпадения еще чего-то будем, ну, по-любому докупать до 1000, потому что как бы там ни было, надо до 1000 будет докупить. Здесь у нас как бы там ни было, также молот 3310 в руку, это, кстати, новый акс, насколько я помню, то, что есть такая штука. Супер кирка, супер грабли, это самые интересные осколки, также кастомных аксов падают. Щит Капитана Америки, Молота Тора, голова Рыбакопа, пятизубец, самая бесполезная, рука бесконечности еще куда ни шло. Шлем Железного Человека тоже нормально, боевой топор тоже, щит Капитана Америки может быть. Посох Льда не знаю, ну, собственно, как-то вот так, 8700 их сейчас на сервере. Если супер кирка падает, это просто имбулечка, шанс тоже на нее есть, 1000 ларцов, как бы достаточно мощный и хороший шанс. Здесь непонятно, как оно все падает, но тем не менее, ребята, погнали на нашу любимую гору. Можно на Вайнвуд гору, можно на Челяд, но мы, соответственно, на Челяде нам чаще всего везет. Не знаю, кстати, почему. И, пожалуй, давайте начинать открывать все это дело. Так, для начала сделаем, давайте следующим образом, вот сюда перенесем один ящичек. И будем просто вот таким макаром, ребята, открывать, смотреть, что с этого выпадает. То есть монета охотника, серебряная рулетка. Кстати, я не знаю, зачем нужны монеты охотника, но я так полагаю, что на них тоже можно какие-нибудь аксы купить. Так, падают одни косточки. Мне бы, честно, знаешь, еще бы какие-нибудь осколки руки бесконечности, вот что-то в этом духе. Либо лучше русского боевого топора там, и, да и суперкирка бы не помешала. Но уже вижу то, что с этих рулеток очень хорошо, прям капец как хорошо, я смотрю, падают другие рулетки всякие, бронзовые и серебряные. Не знаю насчет платиновых. Ну такое типа. Уже сотку мы открыли, пока что ничего, ребята, не выпало. Сироп майнера также, кстати, падает, это нормальная вещичка. Его тоже можно будет юзать. Но если сироп майнера, может сейчас что-нибудь выпадет. Давай кирку, а, по-братски. Кирка все отбивает, отвечаю. То есть если мы сейчас открываем вот эти вот штуки и нам падает кирка, все, вся 1000 отбита просто в легкую. А если две кирки падает, так это просто разрыв будет, ребята. То есть это будут такие деньги. О! Что это? Подожди, что это? А что здесь? А что здесь диски делают вообще? Вы что, это приколе? Почему здесь выпадают диски? Тут же нет ни машин, ничего, блин. Но падают диски, значит, может быть, сейчас что-нибудь прикольное выпадет. Так, 100 уже бронзовых рулеток нападало. Это, в принципе, хорошо, пойдет. Ну, давай смотреть, окей. Сколько у нас там выпало, я также не знаю, ребята. А, ну, блин, можно вообще не париться, пока просто вот так вот открывать, ребята, и все. Потому что непонятно вообще, нахрена мне выпадают на данный момент диски. 24 косточки дерева выпало. И что-то мне подсказывает, что ни хрена здесь не будет абсолютно с этого выпадения. Но, блин, надо попробовать. Надо реально попробовать, ребята, выбить суперкирку, которая стоит 450 миллионов. Так, выпал какой-то, кстати... Кто ты? Что это, боже мой? Ой, блин, капец. Ладно, окей, хорошо. Выпал какой-то человечек. На замену картонному, как бы, что-то новенькое, да, такой чисто аксик какой-то выпал, да и ладно, спасибо и на этом. Но это такое себе, слушай, как будто бы, подожди-ка. Не-не-не, давай что-нибудь нормальное, дядя, по-братски. Давай что-нибудь нормальное, я тебя прошу. Так, рулетки одни выпадают. Кстати, платиновых не падает, вроде бы раньше платиновые падали рулетки сюда еще, точнее отсюда. Сейчас как будто бы их немножко фиксанули. И осколка, кстати, нету. Слушай, должен быть осколок.
По идее, каждые 500 кейсов должен выпадать осколок. Но почему-то он не выпадает ни хрена вообще. А ну, давай сюда. Слушай, ну по идее должен, ё-моё, а где осколки? Это что, мне выпал только один аксессуар и все, и больше ничего? А как так-то вообще? Так, ну вот, сироп майнера какой-то выпал. Блин, вот это уже интересно на самом деле, слушай-ка. Ну и чё там? Ни хрена, прикинь. Да ладно, вообще ничего что ли? Да подожди, стой, осталось всего лишь там... То ли 3 сотни, то ли 4. Модифицированный прицел мне выпал. Так, ну хер бы с этим прицелом. Нахер он не нужен мне, этот прицел. Только подожди, куда он выпал-то вообще? А, ну оно вот сюда начинает падать теперь, я понял. На замену этим. Давай, давай, давай. Монета охотника. Так, серебряная рулетка, бронзовая. Талоны какие-то для охранников. Мне это все не то, блин, ё-моё, где какие-нибудь осколки, какая-нибудь еще шляпа прикольная? Ошалеть. Монеты охотника просто вообще массово падают, ребят. Тут, походу, даже смысла нет докупать, потому что, ну, чё-то как будто бы ее, знаешь, вот эти вот... С аксами вот эту всю историю, походу, ее фиксанули, либо что-то в этом духе, знаешь. И падает, ну, мягко сказать, какая-нибудь... Да какая-то херня падает, ребята. Ну, серьезно. То есть даже вот 500 открыл, нифига не выпало. Давай попробуем, может, фастиком пооткрывать. Может быть, сейчас что-то дропнет. Ну, выпали диски, выпали все, там всякие талончики. Под хороший приз. Но, блин, я даже не вижу, чтобы выпали... Да даже какие-то грабли там или что-то в этом духе, ребята. Ну серьезно, посмотри. Вообще ничего. Только вот эти бронзовые рулетки да серебряные нападали и все. Да не может такого быть. Вы что, на приколе, ребята? А, шалеть, слушай. Не, это вообще жесть. Смотри просто, что происходит, ё-моё. Да ну нафиг. Подожди, сколько осталось? Все? Все, и мы ни хера не выбили, реально? Да как так ты, чуч? Так, погоди. Кучу серебряных рулеток. Кучу бронзовых рулеток. Это сколько? 800 с лишним кейсов, почти 900. Какой-то вонючий прицел. И больше вообще ни хрена ничего нет? Как так-то вообще? Офигеть. Прикинь, да? Ё-моё. Да уж. Слушай-ка. Я не знаю, что это, конечно, ребят. Не знаю, как это работает, но что-то мне кажется... Но это хрень, мягко сказать. То есть такое количество открыть, это реально хрень.